Земельный передел в Заводском районе по-прежнему продолжается. Четверо жителей улицы Горной несколько месяцев ходят по инстанциям с просьбой помочь сохранить собственность. Земельные наделы, принадлежащие им более 30 лет. Напомню, что выделенные льготником участки нарушают границы четырех хозяйств улицы Нагорной. Теперь люди пытаются отстоять свои сотки. И сегодня несогласных принял начальник управления архитектуры и градостроительства Виктор Сергеевич Костиков. По его мнению, существует два способа решения подобного вопроса. Мирный и судебный. Для начала им предложили попробовать прийти к обоюдному согласию. На следующей неделе, на вторник ориентировочно, потому что вот один из собственников, которому предоставили, он в командировке, не в городе находится. Мы договариваемся на встречу. Приглашаем вас четверых, приглашаем их двоих и будем смотреть, как перераспределить границы этих земельных участков так, чтобы соблюсти интересы всех сторон.